Так, всем привет, а почему снизу слева три каких-то алкаша? И в чате один еблан. Сейчас, всем привет, почему в чате один еблан? Или подожди, или не один. Еблан и в чат плюс, пожалуйста. Сука, одни плюсы в чате. Но меня другие не смотрят, да, в принципе, чего я ожидал, блядь. Но я не вижу, куда кровище ведет. Наверх. Шесть монет, блядь, чуваки, дайте, блядь, шесть монет, пожалуйста, я потом все верну нахуй. Я чуть не обосрался. Страшно, Саня, вырубай. Привет, Саша. Здорово, вторую яму. У меня выдалась плохая неделя. То одно навалилось, то другое душит. Но вот ты вернулся, и неделя сразу стала еще хуже. С возвращением. Глава небольшой дизайнерской фирмы в Осаке, Масамити Кисе, с гордостью говорит, что другого такого автомобиля в Японии нет. В общей сложности он обошелся ему в 5,5 миллионов йен, то есть примерно 70 тысяч долларов. На тюнинг ушло полгода. Загадочный русский автомобиль поразил японца многими вещами. Например, тем, что ни один болт у него не был закручен до конца. Но главная загадка... Ни один болт в машине не был закручен до конца. Здорово. Отбалась отсюда. Да что ты, блядь, пристала, блядь? Слушай, я вышел в интернет с таким вопросом. Не, блядь, не буду. Осуждаю, блядь, максимально, блядь, осуждаю. Я, знаете, как хедшоты на дедасте, блядь, отвешиваю вообще. Ух, ух, Саня бицепс, блядь, сука. За ящиком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это мышечная память, блядь. My friend, блядь. Да, блядь. Здорово, блядь. My friend, блядь. Да, my friend. Со страха, мужики, блядь, со страха уебало. Мышечная дрочь. Знакомые сначала думали, что это старый ретро-японский автобус 60-х, но когда узнали, что это почти новая машина, они были в ахуе. Теперь у меня нет друзей. Рульц, кстати, вообще пиздец. А чё вы говорите, что тут читать? Тут, кстати, на самом деле читанина, она вообще не душная ни разу. Она прикольная, типа, ты как часть этой читанины, реально, ну, тебе реально интересно, блядь, что тут происходит. Чат, я не знаю, что вы говорили. Что ты, вот, тут читать, блядь, ну, тут охуенно, тут интересно. Это как книжку почитать. Это просто постная хуйня какая-то, блядь. Да ладно, тебе завязывай, да. Нихуя себе. Нихуя, я чё, бабку сейчас дробовиком буду по всей комнате гонять? Так, адмирал Кунка опять у нас на месте. Нужно сохраниться, поехали. Yes, what is it? I don't want to make anything work. Yes, anything. Так, ладно, я вас понял. Внушение 83. Исследование продвигается не очень хорошо. Поехали. Hey, what makes the world... Блять, ты рофлишь нахуй, конченая игра, блять. 83%, тварь. Ты, блять, заебала меня уже серьезно, нахуй, блять. Ну как такое может быть, блять? Как, сука, может быть такое-то? Я, блять, сразу в тильт просто вошел, блять, с этой хуйни. Ты чё, блядь, кекаешь, что ли, тварюга, блядь? What is it? I don't want to make... Yes, good. Hey,
А чё ты не взял, говорит, Mitsubishi Delica, например? А нахуй она мне, говорит, нужна? А нахуй она мне? Как? Ох ты ж, ё-моё. Вот он, кабинет 320 получается. Понятно. Пошла в душу темнотой. Сейчас какая-то ебака выскочит из тем... Новая флекс-машина сейчас. Блин, почему я за всех играю, блядь, на войне, ребят? Просто почему я за всех на войне, блядь, играю? Мне нужно, короче, прицелиться, значит, да? Чуть правее мельницы. Правее мельницы. И выше деревьев. А где эти, блядь, деревья-то? Позор наводчика. Ну вот они, три каких-то одиноких самых дерева, блядь, не пойми нигде. Бля, я реально слепой чат или чё? Попробуй посмотреть открытым глазом. Ладно, хусовый, на, лови, короче, блядь, первый. Куда они да впаду сейчас? Эй, блядь! Эй, блядь, эй, блядь, эй, блядь, эй, блядь! Точная артиллерийская поддержка, дамы и господа, блядь, на ваших экранах была гордость артиллерии. Ну, пойдем. Ну, нахуй, блядь. На всякий случай, префайром, ребят, мало ли, блядь, там ебака какая. Нихуя себе. 3 метра над уровнем неба, господи. Как можно взять никнейм с этого ебаного фильма говна, блядь, просто про крутого пацанчика и норм-тялочку, блядь. Вот такой прям просто жесть, блядь, не фильм, а дерьмище просто полное. Ну, то есть, если тебе Тянка когда-нибудь скажет, типа, о, фильм 3 метра над уровнем неба, охуенный вообще, блядь, ты просто сразу просто берешь и удаляешь ее телефон, нахуй, вот так вот, типа. Примерно ты сразу понимаешь, какой человек перед тобой стоит, просто сразу, нахуй, сразу. Я так и делаю, реально, мне когда затирают подобную хуйню, просто я сразу охую, блядь, номер. А тебя можно удалить? Ну тогда, кто-то с... Какой твой любимый фильм такой? Блин, у меня много любимых фильмов. Побег Шоушенка, Зеленая миля, Форест Гамп. И просто такой, блять, нахуй. Просто и удаляют твой номер. Мне, чтобы сказать, типа, 3 метра над уровнем неба, блять. Это же работает в две стороны, понимаешь, блять. Как бы люди примерно по уровню себе подбирают, блять, народ, понимаете? Вот, как бы. Рама 97%. Размер совпадает, но узор совсем другой. Лейтенант пришел к тому же выводу. Это может быть гораздо проще. Simpler? No. This is another loose thread. We'll never connect. Блять, конченые хуй. После военного поражения несколько офицеров регата сбегают от галов. Предложите спрятать их на своей вилле, закрыть свои двери, запереть перед офицерами. Галы наверняка пойдут на их поиски, и вы не хотите, чтобы они разрушили вашу виллу. Дать офицерам 22 еды и 22 воды и отправить их в путь. Вы не хотите, чтобы галерея была у вашего порога. Предложить спрятать их на своей вилле, чат. Ну давай попробуем.
Военный отряд Галов замечает военных, бегущих в Куашвили. Они выбивают дверь и выволакивают военных. Единственный способ заставить их уйти, никого не убивая, это отдать все ваши вещи. Че ты охуел, блядь? Че, блядь? Короче, я поговорил с Сильей, подмигнуть. Боже, не похоже, что он рад. А стоило бы, выдавливаю. Как выяснилось, она шлюха и обожает кататься на карусели хуёв. Короче, объясните, как вот ты опять один внизу оказался? Просто объясни, как ты? Мы стоим в доме. Мы стоим... Да объясни, мы стоим в доме. Как ты... Как ты один внизу оказался? Просто, блядь, объясни мне. Я забайтился на набор феникс. У меня было 4, я бы тебе скинул. Ладно, в пизду, короче, пойду пожру, блядь. Пойду пожру, сейчас приду, блядь. Давай, чат, ББ. Бля, чат, в этой игре, мне кажется, я в Сильвера превращусь, который... Три игры, блядь, заебало ролить в лоу проценты, блядь. Стул ебаный нахуй. Ебаный стул, блядь. We'll be right back.